Ассалому алейкум, комбатты достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на своем канале. Так, сегодня реакция у нас на премьеру, то есть на первую премьеру, которая была исполнена Димашем на «Новой волне» 2021. Это композиция, прекрасная композиция под названием «Stranger». То есть чужестранец. Так, давайте я коротко зачитаю авторов произведения этого прекрасного. Кто автор этого произведения? Итак, чужестранец. Музыка, само собой, нашего прекрасного маэстро Игоря Крутого. Слова Шерон Вон. Шерон Вон – это американская продюсер, музыкант. Где-то было написано, она актриса в каком-то фильме играла. Ну, я для себя эту, знаете, информацию узнаю, потому что интересно, кто же написал, кто же предоставил стихи, слова, музыку для Димаша, потому что это очень приятно. Я думаю, таких людей очень много, но не всем, наверное, получается. Так, дальше. Аранжировщик Димитрис Кантопулос, Греция. И Ерлан Бекчурин, Казахстан. Ну да, Кобз, вступление, Кобз. Все мы прекрасно знаем, да, как сказал Димаш, самый лучший кобзист в мире – это Олжас Курманбек, по-моему, если я хорошо запомнил. Ну все, в принципе, ознакомились. Так, давайте, наверное, приступать к самой реакции. Так, она у меня, наверное, с переводом же, да. Чужестранец. Извиняюсь, друзья, я почему остановил, после Кобыза сразу пошла мелодия, которая сразу западает в душу. То есть мелодия, ну, так как говорят, ритмичная, динамичная. Браво! Как обычно, минимум 20 секунд о композиции. Ну, как вы знаете, слов нету. Я как говорил, все три композиции – это действительно очередные мировые шедевры. И вот именно эта композиция, действительно, Димаш, как будто тоже такой философский вопрос по жизни. Кто я, да, что я делаю? Чем я занимаюсь, где я хожу. Давайте посмотрим вообще текст. Вот еще раз почитаем его и обсудим. Итак, текст. Новая земля под моими ногами. Чужестранец. На чужой земле. Новый шанс узнать, кто я есть. Есть ли у меня есть сила начать сначала. Где-то в моем сердце в древние времена я странствовал через эти долины. Я взбирался на эти холмы. Лица из прошлого меня преследуют. Эти воспоминания, жизнь и любовь, которые я потерял, я до сих пор чувствую в себе. Друзья, ну знаете, вот такие впечатления, как будто... Вот мне на ум еще пришла композиция новая Димаша от Рината Гайсина, написанная, как вы все знаете, на казахском языке «Хайран елим». Вот помните вступление, начало, да, перед именно самим исполнением музыкальным, как показана древняя история казахов, где идут сражения, и вот тут тоже. Через эти долины я взбирался на эти холмы. То есть лица из прошлого преследуют меня. Эти воспоминания. Ну, смотрите, вот как будто похоже, вот такие образы мелькают. Так вот. Припев на войне. Да? Мелодии, которые я никогда не слышал, а сейчас пою. Чувство войны, которое я, должно быть, нес давно. Огонь был заклеймен на моей коже. Хотя нет никаких рубцов. Горе в моей крови, далекие духи вырываются.
Ну вот действительно, друзья, не знаю как вам, мне вот такая ассоциация пришла именно с композицией Хайран Йелим. И именно вот это патриотическое, то есть битва за свою родину, битва за свою землю. Вот такое как бы, ну, интерпретировать можно по-разному. И даже вот эти, как бы, знаете, вопросы самому себе. На чужой земле иностранец. Новый шанс узнать, кто я есть. И знаете, еще фильм мне такой приходит. Фантастические саги. Возьмите вот этот Робокоп даже. Помните, да? Мерфи, полицейский. Когда они в перестрелке с бандитами, то есть он пострадал, его застрелили. И лаборатория его опять как бы оживило, но у него остались какие-то отголоски, какие-то воспоминания, он мучился ими, к нему возвращались. Вспоминаете этот момент? Вот такое же ощущение здесь, как будто вот он сам себя спрашивает, кто я, откуда, что. Ну вот, знаете, такие, ну, я же говорю, каждый может по-своему интерпретировать, но у меня вот такое приходит, этот фильм и вот этот клип песни Хайран Йелим. Ну, а вообще, в общем, конечно, что сказать, результат налицо, как говорится, если вы откроете канал Димаша, то увидите больше 2 миллионов на сегодняшний день просмотров. Давайте я точно скажу. Так. Обновить. Итак, получаем цифру 2 139 000. Ну, 2 140 000. Это всего лишь за неделю результат. Это очень хороший результат, друзья. Именно для наших, для нашего региона. Потому что я про Запад Европу не говорю. Но именно для нас это очень хороший результат. Так, ну что еще сказать? Вот в общем, прекрасно сделанное произведение. Именно вот это предложение, это было от Димаша, то есть сделать партию Хобеза в начале, во вступлении. И это прекрасно, да? Это хобз, это душа, можно сказать, древняя еще, с древних времен, душа казахов. Это музыка, эти звуки, которые извлекаются на хобзе. Вспоминайте эти композиции, Самалтау, где хобз играет, он плачет, как вой волка. Все прекрасно помните, да? Хайран Йелим тоже, Хобез, еще кое-какие композиции, я не помню, Аманат, вот это, по-моему, тоже присутствует. Но то, что у меня хорошо запомнилось, это вот эти три композиции сейчас отчетливо, именно с применением народного древнего музыкального казахского инструмента Хобеза. И Димаш вот это вставил, и эта вставочка очень гармонична. Образует одно целое произведение прекрасное. Я же говорю, оно вот выливается результатом вот, пожалуйста, вот этих просмотров. 2 140 000. Это самый из трех новых произведений, самый большой результат. На втором месте идет Аве Мария. Давайте посмотрим тоже. Аве Мария. Да, 1,2 миллиона просмотров. Потом уже идет у нас так, Fly Away, 850 000 просмотров. Ну что, друзья, вот такая была реакция, как бы анализ произведения. В общем, прекрасное произведение. Слов нету, как обычно. Одни эмоции переполняют нашу душу от радости, что нас так порадовали. И следующая реакция будет на третью композицию, которая называется Fly Away. Это будет завтра уже, дорогие друзья. А на этом сегодня все. Пишите свои комментарии, мнения, отзывы.
Всего хорошего, Сабол Мздар, Курискенче, Аурман Мздар, Достар. До свидания.